Схема движения на улице Багаева снова претерпела изменения. Участок от Почтовой до Большой Воробьевской теперь односторонний. Далее до улицы Красной Армии три полосы в направлении площади Победы и одна навстречу. По версии городской администрации, это должно было разгрузить транспортный поток на этом участке. Действительно, затора на четырех полосах нет. Зато одна единственная встречная стоит. Но тут дело в светофоре, который, видимо, со всеми этими изменениями попросту забыли перенастроить. За одну светофорную фазу лишь два автомобиля могут повернуть с Багаева на Большую Воробьевскую по правилам. Чтобы проконтролировать нововведение, на перекрестке ежедневно дежурят регулировщики. Даже несмотря на кадровый дефицит в управлении.